Знаете, я вот так вот сейчас перемещаюсь, и это похоже на какой-то танец. Сейчас я музыку сюда поставлю, и будет круто. И теперь добавим поворот корпуса. Вытягиваем себя за правой рукой и за левой. Всем приветище! Мы продолжаем играть в Roblox Симулятор Титана. Ты что, по мою душу идешь, да? Давай, подойди сюда, подойди, бабахни. Ха-ха, не попал, не попал. Косорылый ты, пацан. Убежал я от тебя, или как там поется? Я веселый таракан, я бегу, бегу, бегу. Нифига ты не попал, все равно я убежал. Ого, посмотрите, я еще качнулся. Я эволюционировал, теперь у меня красно-золотой доспех, огонь. Дружище, нет. Я думал, ты мой бро. Ой, кажется, я где-то не там появился. Нет. Да блин. А, гость. Гость, иди сюда. Вот так вот, вот так вот. Да ты достал. На. Он маленький, удаленький. По нему попасть сложно. Кажется, сейчас по мне попадут. Поэтому пришлось топнуть. Но вот сейчас, мне кажется, по мне топнут. Или попадут. Не-не-не, дружище, отстань. Отстань. Не лезь ко мне. Ух, как я медленно бегу. Ты отстал? Нет, не отстал. Ладно. О, какие там крутые муравьи. Ой, забавно. Полянка со светящимися шариками. Правда, пока я до них добегу, они походу исчезнут. Нет, не исчезать, подождите. Я ж не виноват, что я такая каракатица. О, еще один упал. Круто. Мне кажется, здесь нужно стоять. Потому что, когда шарики светящиеся падают, здесь вот такая горочка, и они все скатываются вот сюда, в этот угол. Ладно, пока что здесь посидим, потусим. О, бычки. О, костяной костюмчик. Обалденно. Я вообще крутой. Что-то я не понял, что это у меня в зубах? А, это, наверное, воротник. Да, это воротник от этого костюма. Ну ничего, ради красоты такое стоит потерпеть. О, этот чувак вроде бы такой же костяной, как и я. Ну-ка, файт! Ну, он, конечно, был покоцанный, поэтому я его быстренько бомбанул. Опачки! Пока ты там вылазишь, давай-ка я попробую тебя подбить. Главное, чтобы он ногой не шарахнул по мне. Интересно, получится или не получится его бомбануть. Кажется, я занюхнул пыли его пятки. Еще он мне, по-моему, еще маск размозжил своей пяткой. Опасный момент был. Но я живчик. Во-во-во, вот этого зелененького давайте. На! Да! Я его, а он меня пяткой. Но я-то его кулаками своими сделал. Оу! Ой, помогите мне встать! Помогите мне встать, я поскользнулся. Беда титанов то, что они слишком большие, им тяжело подниматься. Но я с этим справился. Ух ты, тут смотрите, какой ангел прилетел. Воу, бомбанул и улетел. Нифига себе ты мощный. Слушайте, так это, наверное, вот эти вот шарики падают, светящиеся. Это вон тот вот пускает ангел с небес, а? Блин, а может быть это типа... Ну, не стоит собирать. Может быть это вовсе не светящиеся шарики, а что-нибудь другое? Дурную. Уа! Чё это я придумал-то себе, а? 2500 сейчас наберу и эволюционирую. Какой же костюмчик мне сейчас достанется? О, кажется, знаете, я похож на охранника. Да, я суровый охранник. Фейс-контроль, вы не пройдете, вы тоже не пройдете. Девушка, пожалуйста, проходите. Не-не-не, я тебе говорил, ты не пройдешь. А ну иди сюда, иди сюда. Эй, ниндзя, джиггернаут, иди сюда. Давай, файт! Я как я его рассыпал, вы посмотрите на сколько кусков. Все, я же охранник, я фейс-контрольщик. Фиг меня, кто сейчас здесь уложит. Фейс-контроль, эй, чувачок, ты не проходишь фейс-контроль, а ну иди сюда. Фейс-контроль, у тебя неподобающая шляпа. Вот так вот, я же говорил, ты не проходишь. Опять ты, я же тебе говорил, что ты не должен здесь находиться. Ой-ой-ой-ой-ой. Кажется, здесь другой фейс-контрольщик появился. Походу, он хочет меня отсюда тоже выгнать. Ну, получай по затыльнику, получай. На! Вот так вот. Ты как здесь очутился? Ой-ой-ой-ой, опасно. Все.
Да фейс контролился. О, какое солнышко, слушай, может позагорать. Кажется, вот этот парниша хочет пройти фейс-контроль. Ну давай попробуй, попробуй, иди сюда. Вот так вот. На, не прошел ты фейс-контроль. Давай отоспись лучше. Вот этот скелетон так посмотрел на меня, типа, не-не-не, ты типа слишком крутой фейс-контрольщик, я не пойду к тебе. Молодец, правильно подумал. На горе стоял орел, гордый был орел, никого не пропускал на эту гору, потому что был фейс-контрольщиком. Ой, 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 помогите, я, кажется, брейк-данс чуть-чуть станцевал. Верхний брейк, ха-ха, не попал, не попал, не догнал, не догнал, фиг ты меня догонишь. Косорылый ты пацан. Отстань от меня. Снова промахнулся, не догнал. Снова-снова не попал, все равно я убежал. Косорылый ты пацан, все равно я убежал. Ой-ой-ой, кажется, я в опасную зону захожу. Ну ладно, у меня там вон тот опасный типок со своим тапочком бегает. Ну попробуй, попробуй. Все, отстал. Фу, фу, ха-ха-ха. А, кажется, он там кого-то другого хочет прижать. А, пошел на более мелких, которых легче поймать. Да, двоих сразу уделал. А меня-то слабо было. О, файт, файт, сейчас будет файт. Ну иди сюда, у меня вообще пол хп осталось. Я тебе сейчас... Ага, решил своими пятками до меня добраться, да фиг тебе. На, посмотри на солнышко, да позагорай. Вы посмотрите, у меня личный слуга появился. Он носит меня на себе. А если я сейчас топну своей пяткой? Оу. Там какой-то малец еще подбежал. Ну, короче, он попал под раздачу. Я не виноват, если что. А мне мама говорила, фейс-контрольщик — это сила. Кто это здесь за деревом спрятался? Ты думал уйти от фейс-контрольщика? XX-нуб? Да ты нуб. Нубов надо выводить из клуба. Так, фиолетовый. Фиолетовый рыцарь ко мне бежит. Кажись, ты промахнулся. Кажись, ты еще раз промахнулся, я даже стоял, ничего не делал, не убегал от тебя. Обычки! Да ты вообще косой! Кажется, тебе нужно... Ой, кажется, я довыпендривался. О, нифига себе! Кажется, я видел ядро земли! Здорово, киборг! Ты что думаешь, меня своей пяткой, что ли, ушатать? Да получай! Я еще вон того и ангел... Эй-эй-эй, подожди, поднимите меня! Нет! О, слава богу, перевернулся. Давай-давай на кулаках! Нет-нет! Какой я пируэт красивый сделал. О, все, пора отдыхать. Алле-оп, кто я? О, нифига себе, сколько у меня глаз, подождите. У меня есть два своих, потом еще очки, 4 глаза. Короче, у меня 8 глаз теперь, ребята. Да вы посмотрите, у меня какие еще зеленые когти. Опасно, опасно ко мне подходить. Ну-ка, пойдемте вон с тем фиолетовым пообщаемся. Эй, гламурчик. С фиолетовыми очками гламурными, а ну иди сюда. Ну, я ж тебе говорил, гламурчик, что ты не вывезешь меня. Эй, слезь с меня, убери свою тушу. Вот так вот. Так, кажется, здесь маленьких обижают. Сейчас подойдем, разберемся. Такую подожди... А, это нуб был. Ну, нуб не жалко, ладно. Чё ты меня своими пятками пугаешь? А ну иди сюда. Получай по шапке. В прыжке. Развалился чувачок. Ого, восьмиглазый хочет схватиться со мной. Ну давай попробуй. Пяточкой, да, пяточкой решил со мной драться. Да фиг тебе. Блин, один удар ему оставался. Ой, кажется, я голову потерял. Беда. Ага, пришел опять. Ну давай, покажи, на что ты способен. Вот так вот тебе, вот так вот тебе, нафиг. Я сейчас еще на тебя потопчусь, попрыгаю. А, исчез. А, вот он появился снова. Хотя у меня хп мало. Ну ничего. Сейчас я ему все равно попец надеру. Ну иди сюда, красавчик. Получай по пяткам, получай. Оу, кажется, мы вдвоем грохнулись. Да, пора отдохнуть. Опачки, вы посмотрите, в кого я превратился. Я стал киборгом. Офигенно. Ну слушайте, я взобрался вот сюда на эту вершину, посмотреть на всех титанов, чтобы все титаны посмотрели на меня, на самого крутого титана. Я здесь всех уделал. Ну что ты хочешь, раб? Ой. Кажется, свергли царя. Ну что ж, ребята, я думаю, что пора закругляться.
Я набрал 4500 силы. Для меня это, в принципе, достаточный результат. Если вам понравилось, то ставьте лайки на это видео, пишите свои комментарии о том, что вы думаете по поводу этого плейса. Ну, а я с вами прощаюсь, спасибо вам за просмотр, всем огромной удачи и пока-пока, до новой серии.